Многие люди, естественно, жалуются на что? Жалуются на начальство, на формальный подход к их жалобам, к письмам. Руководители органов местного самоуправления, руководители регионов должны взять такие обращения на особый контроль. И вообще пора сделать так, чтобы эти обращения влекли не только прямую реакцию чиновников, но и в случае отказа отвечать или затягивания решения вопроса, в любом случае затягивания решения вопроса, может быть, сопровождались дисциплинарной и административной ответственностью. Надо очень внимательно относиться и к срокам, и к содержанию рассмотрения соответствующих обращений. Мы же знаем, как это на практике происходит. Люди пишут на самый верх, президенту, в правительство. В результате, естественно, жалоба по цепочке добирается до самого низа, главе местного самоуправления, и потом на нее дается формальная отписка. Вот этого быть не должно. Даже если ту или иную проблему решить одномоментно невозможно, нужно объяснять людям, почему это сегодня нельзя сделать, а не просто отмахиваться. Сроки. Крайне важная вещь. Это вообще вопрос такой административной культуры. Нужно обязательно отвечать в срок. По содержанию и в срок. Я отмечу, что в последнее время мы изменили подходы к работе с обращениями. Была создана единая система приемных президента России. Сегодня эти приемные открыты, как я уже сказал, во всех субъектах Федерации. Ну и естественно, что это предполагает повышенную ответственность всех, кто этим занимается. Важно и то, чтобы люди, которые обращаются с соответствующими просьбами, соответствующими обращениями, могли смотреть, следить за результатами рассмотрения этих обращений. Такая возможность должна быть предоставлена через электронные средства массовой информации и через информационные технологии, включая официальный сайт президента в интернете, а также на первом этапе в значительной части субъектов федерации появятся так называемые электронные приемные. По-моему, в 48, да, субъектах федерации появятся электронные приемные. Это тоже очень важно, потому что, во-первых, это современные технологии работы, они не заставляют в этом случае людей там выстаивать какие-то очереди, ехать. Достаточно просто обратиться в электронной форме для того, чтобы твоя жалоба или обращение было зарегистрировано. Надо наладить также обмен информацией между приемными президента и создаваемыми в регионах центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. Это значительно сократит сроки рассмотрения и облегчит контроль. Ну вот все, что мне хотелось сказать в начале по организации работы. Теперь давайте начнем, собственно, прием граждан. Пожалуйста.